Здравствуйте, дорогие друзья! Открываю на своем канале новый плейлист, который называется «Консультации ведического астролога». И, собственно, ведический астролог, вот он перед вами, это Наталья Павлова, которую я и хочу сегодня вам представить. А Наталья Павлова уже знакома некоторым из моих подписчиков, потому что она составляла им натальные гороскопы, да? Натальные гороскопы. И в переписке со мной подписчики, которые воспользовались услугами Натальи, выражали свой такой неподдельный интерес. Они заинтересовались ведической астрологией, они заинтересовались теми результатами, которые они узнали о себе, что-то новое. Поэтому я думаю, что данная тема будет интересна многим. И, собственно, тема сегодняшнего видео, Наташа, как мы обозначим предназначение человека, да, в его жизни? Да, я думаю, путь к себе, потому что путь к себе, или да. Почему именно эта тема? Вот просто выскажу, наверное, свое мнение. У меня в жизни бывало так. Были такие периоды, когда я занималась каким-то делом, но была вынуждена заниматься каким-то занятием, какими-то делами, которые мне не доставляли не только удовольствия, но даже наоборот, мне было заниматься этим противно, тяжело, я не получала никакого морального удовлетворения, и меня всегда преследовала мысль в таких ситуациях, что почему я должна заниматься этим, если этим заниматься я не хочу, но складываются такие обстоятельства, что я вынуждена заниматься этим. Где, собственно, мое предназначение? Чем я должна заниматься, чтобы это приносило мне и удовольствие, и какую-то материальную поддержку? И не всегда человек находит ответ на вопрос, в чем же, собственно, его предназначение. Эта тема, астрология, ведическая астрология позволяет ответить на этот вопрос, да? Да, вы сейчас описали признаки человека, который не выполняет своего предназначения. Вот, как найти и как выполнять свое предназначение. Собственно, Наташа, вот развей эту мысль, потому что я думаю, это будет интересно многим. Ну тогда я не буду повторяться, да, присоединяюсь полностью к вашим словам, что то, что вы описывали, является всеми признаками человека, который не выполняет своего жизненного предназначения. И понять его нам не всегда бывает просто. Конечно, оно живет в каждом из нас, и каждый человек на подсознании знает свое предназначение, но многие из нас сомневаются, многие из нас не уверены, кто-то слушает окружающих, родственников в этом вопросе. А здесь нужно слушать себя, но дело в том, что не все умеют слушать себя, не все себя хорошо слышат, и вот в такие моменты человеку как раз очень может пригодиться помощь ведического астролога, потому что именно незападная ведическая астрология очень кармична, и она позволяет достаточно быстро астрологу, открыв натальную карту, увидеть, в чем же предназначение человека на эту жизнь, как главное, так и множество дополнительных, потому что у нашей карте их заложено несколько. Вот. И я хочу сказать, что узнать об этом никогда не поздно. То есть сколько бы вам не было лет, я не думаю, что эта информация будет для вас лишней. Потому что она все равно поможет вам как-то изменить свою жизнь, а может быть, даже просто больше почувствовать себя. Вот, наверное, это все, что я могла бы сказать о теме предназначения. Наташа, спасибо. Значит, что я хочу сказать, уважаемые подписчики, поскольку я открываю новый плейлист, да, консультации ведического астролога, то есть вы сами понимаете, что это видео у нас не последнее, будут обсуждаться разные темы, которые может затрагивать астрология.
И мне бы хотелось обратиться к вам. Если у вас есть какие-то пожелания или вопросы, или темы, которые вы бы хотели, чтобы были обсуждены, да, вы, пожалуйста, присылайте ваши комментарии, вопросы, отзывы. И мы постараемся как-то, наверное, корректировать выпуск наших видео под запросы наших подписчиков. Да, да, как ответы. Вот. И также под видео я даю ссылку на сайт Натальи Павловой, нашего ведического астролога, где вы можете более подробно ознакомиться с услугами, которые предоставляет Наталья, ну и более масштабно о ведической астрологии вообще. То есть, почему ведическая, чем она отличается от просто астрологии, и еще много-много интересных вопросов. Да, будем надеяться, что вам будет интересно. Наташа, спасибо. Надолго не прощаемся. До новых встреч.